Приключения Пушинки. Потеря памяти. Блин, я выбралась оттуда. Блин, а где здесь хозяйка? Где же мой рыжий котик по имени Бусинка? Стоп! Какой еще рыжий котик по имени Бусинка? А, это хозяйка! Хозяйка, привет! А ты кто еще такой? Иди сюда! Хозяйка, ты что? Это же я, твой котик. Да у меня теперь вообще-то лисенький котик. Какой лисенький? У тебя был черненький. Нет, у меня был лисенький. Нет, у тебя был черненький по имени Пусек. Ой, Пусинка. Нет, у меня был черненький по имени Пусинка. Нет, хозяйка, ты что? Наверное, пока она меня там оставила, и когда убегала, то, наверное, какой-то монстр ей память очистил. Так, что ты там говоришь? И тебе память очистили, ты все забыла, что ли? Нет, я ничего не забыла. Блин, и что же делать? А что делать, что делать? Моего рыженького котика по имени Бусинка искать. Нет! Ну все, уходи с моей комнаты, ты маленький. Нет! Нет! Уходи отсюда! Посмотри отсюда! Нет! Да, я тебе скажу! Блин! Все, так-то лучше. А где же мой котик? Блин, что же хозяйка, она вообще что ли с ума сошла? Что же делать? Так, ну где этот котик? А, чумной доктор! Ха-ха-ха, ну все. Нет, Кость! Помогите! Так, чумной доктор, вот так вот и валяйся. Так, еще, Кость, на тебе. Ах ты ж. Ну все, тебе капец. Это та самая твоя хозяйка. Хозяйка, спаси меня! Помоги! Хозяйка! Если нет, она тебе не поможет. Я тебя сейчас убью. Стоп. Что за... это ты! Не уходи! Я тебя сейчас поймаю. Так, куда ты в мою лабораторию забежала? И все, ты меня не поймаешь. Хорошо. Я тебя сейчас тогда порошком очищу. Блин, тут все равно год до сны закончился. Ладно, сейчас включу. Ладно, сейчас я тут тебя закрою. Так, все. Теперь ты не выберешься, сиди там. Хе, кнопку тут забыли этот чумной ненормальный нажать. Блин, а что тут с хозяйкой делать? Надо бы к ней пойти, сейчас оживить ее, чтобы память вернулась. Блин, что это был за такой чувак с таким длинным носом, как у Буратино? Так, сейчас надо хозяйке подкрасться. Так, сейчас. Идем. Хозяйка, прими! Уходи отсюда. Так, сейчас я тебя обниму, ты меня вспомнишь. Ты такой хозяйственный. Я вспомнила, что ты тут самый маленький малыш. Ты меня вспомнила, как меня зовут? Бусинка. Да, я тебе вспомнила, что у тебя не было бусинки никакой. Да, просто меня понимаешь, в прошлом году был рыженький котик, и я за ним очень скучаю. Да, понятно. Ах, а почему ты все забыла? Мне тот призрак очистил память. Тот самый призрак с таким ротом огромным? Да, А где ты его встретила? Я убегала от чумного доктора, но забыла тебя и встретила того призрака. Ладно, ну хорошо, что ты в память вспомнила. Все, пошли. Пошли куда-нибудь.